программа «День с толком», в студии Андрей Дрейер. Здравствуйте, смотрите в этом выпуске. Неприкосновенность сняли. Депутата Госдумы Николая Герасименко будут судить за ДТП. Цена на гречку вырастет, но ждать ли Алтайскому краю настоящего бума? Жители села Огни хотят создать природный парк. Где планируют взять деньги? С депутата Госдумы от Алтайского края Николая Герасименко сняли неприкосновенность. Такое решение вынесли его коллеги по федеральному парламенту из-за административного дела. Напомним, в июне Герасименко за рулем своего «Лексуса» сбил мотоциклиста в Москве. После этого он якобы покинул место ДТП, хотя сам депутат это отрицает и подчеркивает, что у пострадавшего не было серьезных травм. Сейчас на депутата заведено административное дело. Ему грозит штраф в размере до 25 тысяч рублей или лишение прав на срок до 2 лет. Но чтобы дело рассмотрели в суде, с Герасименко нужно было снять депутатскую неприкосновенность. Сам он не раз подчеркивал, что не собирается прятаться от правосудия. Коллеги из парламента поддержали желание Герасименко понести ответственность. Гречневый бум может начаться в России уже к Новому году. Ряд федеральных СМИ сообщили, розничная цена вырастет на 5, а то и 10%. Основная причина – не урожай. К тому же сейчас фермеры придерживают гречиху и ждут более выгодной цены для реализации. Стоит ли поддаваться гречневой лихорадке жителям края, узнавала Валентина Аскерова. Когда в СМИ прошла информация о том, что гречка подорожает, мне сразу вспомнился 2010 год, когда эта крупа считалась настоящим деликатесом, а цена переваливала даже за 100 рублей. Сейчас ее можно купить от 21 рубля, но надолго ли сохранится такая цена, неизвестно. Несмотря на соблазнительную цену, гречневого ажиотажа мы не заметили. Люди, конечно, покупают крупу, но без фанатизма. Пришли за гречкой. Где вы узнали о том, что она подорожает? От соседей, от знакомых. Как всегда. Что они говорят? Они говорят, что подорожает и будут закупаться. Но я думаю, все равно, как раньше, мешками не будут закупаться. Будете закупаться тоннами, килограммами? Нет, я одна живу, мне некуда. Если нет, привезут откуда-нибудь. У нас все в стране возможно. Будете закупаться гречкой? Ну, пока нет. Если что, есть макароны. Возможно, на макароны кому-то все же придется перейти. Алтайские фермеры рассказали, что гречиха подорожает. Причин несколько – засуха и уменьшение площадей посевов. В результате неурожая, если в прошлом году некоторые фермеры собирали 16 центнеров с гектара, то теперь в 2 раза меньше – всего 8. Фермеры пользуются неурожаем, придерживают культуру и ждут более выгодной цены. Сейчас предлагают какую-то уже цену? Может быть, она слишком низкая? Да, уже 25 есть, только мы ждем. Да, я думаю, на сегодняшний день, если цена будет зерна в пределах 30 рублей, нас спокойно она устроит. В прошлом году был переизбыток гречихи. Фермерам пришлось продавать ее переработчикам по 15 рублей за килограмм. В результате весь прошлый год покупателям, можно сказать, везло. Килограмм гречки в магазине стоил 30-35 рублей. В этом году в связи с неурожаем цена крупы кое-где уже доходит до 50 рублей. Но это предел, заверяет директор Союза крестьянских фермерских хозяйств края Александр Вайс. К Новому году СМИ пишут, что на 5-10%. Ну, я не знаю, в СМИ откуда у них такая информация. Я не думаю, что повысится. Я еще раз хотел вернуться, что это зависит от многих факторов. Это покупательная способность населения. Зачем ему покупать вот гречиху, гречку по 50 или там какую-то, там прогнозируют СМИ, что она будет выше подниматься. Или купить тоже, не знаю, перловую крупу. Взлетит ли ценник практически на самую востребованную крупу и придется ли кому-то менять рацион и переходить на более дешевую, узнаем скоро. До Нового года осталось всего пара месяцев. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Полицейские Барнаула задержали группу лиц, которые обкрадывали одиноких пенсионеров. 3 человека – это жители Новосибирска, задержаны ОМОНом. Преступные действия отрицать они не стали. В квартиры злоумышленники заходили под предлогом продажи бытовых товаров. Запоминали, где пенсионеры хранят деньги, и через некоторое время возвращались уже как сотрудники соцслужб и похищали ценное имущество. 90% люди просто отказываются либо слушать, либо покупать. Ну а в чем тогда выгода занятия такого рода деятельности? Ну, потому что я купил это за 600 рублей, за 2000 продал. В настоящее время возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Общий ущерб составил около 700 тысяч рублей, установлено 6 потерпевших.
Ученые-географы решили узнать, сколько в Алтайском крае родников, в каком они состоянии и насколько полезна бьющая из них вода. Специалисты Краевого отделения Русского географического общества получили президентский грант. Ученые, студенты, географы, а также волонтеры будут исследовать известные родники и вносить их в специальный каталог. Организаторы отмечают, что точное количество источников в регионе до сих пор неизвестно и, возможно, в процессе исследований удастся открыть новые. Также они надеются, что вместе с добровольцами на местах смогут провести благоустройство родников и при необходимости очистить их от мусора. Его чаще всего оставляют туристы. Мы знаем, что родники – это не только объекты природы, но они имеют большое значение культурное и пользуются популярностью среди жителей края. В связи с этим предполагается также провести анализ состава родниковой воды. Одинаково ли она полезна в разных местах? Исследования начнутся уже в этом году, а результаты огласят ровно через год, в октябре 2020-го. Жители села Огни Усть-Калманского района решили создать природный парк в степи. Уже 5 лет они высаживают сосны в полях. В этом году сельчане подали документы на грант губернатора. Подробности у Полины Ждановой. На территории Усть-Калманского района равнина, плавно переходящая в степь. В довоенные годы здесь был лес. Жители села долго мечтали его восстановить. Начали высаживать сосны почти 5 лет назад, и сегодня плоды их труда становятся заметны. Если рассматривать с точки зрения экологии, это всегда полезно. Это, во-первых, это кислород. Во-вторых, это хвойные растения. Это определенные вещества, которые, так сказать, вредители убивают, выделяют такие вещества, которые позитивно влияют на обстановку. Огневцы выбрали 2 территории. Одна подальше от деревень, вторая на скалистом гребне, единственном возвышении района. Там, где еще 5 лет назад рос бурьян и редкие кустарники, теперь видны молодые деревца. Только на одном участке жители села высадили 1200 сосен. В создании нового экологического будущего участвует все село Огни. Новорожденный лес садят и школьники, и их родители, и пенсионеры. За 5 лет здесь высадили около 4500 саженцев. Они заняли около 5 гектаров территории. Примерно через 20 лет сосны начнут осеменять близлежащую территорию, и лес начнет расти. Помимо этого, огневцы планируют высаживать деревья вручную еще несколько лет подряд, по 4-5 тысяч саженцев ежегодно. Скоро среди сосен появятся и лиственные деревья. Березы и сосна обыкновенная. Вот. Плюс еще мы хотим сделать это в сочетании с водоемами. То есть рекреационная зона, плюс... там рыбалка, охота. Дело ускорится, если Огни выиграют грант губернатора на развитие природных парков. В этом году сельчане подали документы на конкурс. Если докажут, что развитие экозоны в Усть-Калманском районе необходимо, то получат деньги и смогут заложить фундамент для того, чтобы их потомки жили в экологически чистом месте. Полина Жданова, Илья Халяпин. День с толком. В Барнауле случился факап. Это форум бизнес-провалов, который во второй раз провел журнал «Автограф». В формате стендапа 6 спикеров известных барнаульских бизнесменов рассказали о своих неудачах. Я не понимала, что дальше. У меня были проблемы со здоровьем. У меня, собственно, закончились все деньги. Похвастаться историей успеха может каждый, а вот признаться в провале – единицы. Второй форум бизнес-провалов «Факап» как раз об этом. Какие фиаско потерпели известные предприниматели, а главное, как их преодолели и к чему пришли в итоге. Сейчас люди уже не боятся заявлять о том, что они где-то облажались. Ошибка – это нормально. Ошибка – это определенный опыт. И люди готовы делиться своим опытом, в том числе и негативным. Кстати, кто-то из них считает, что вся наша жизнь – «Факап». Я благодарен всем своим факапам, которые были в моей жизни, и которые были созданы моими родителями, и которые я создал себе сам, но я их все преодолел, и все они научили меня делать то, что я сделал сегодня. Мне важны вопросы услышать об организации тех или иных мероприятий. То есть паломническое путешествие – это тоже организация. Транспорт, народ, все это надо организовывать. Понравились спикеры женщины, такие как Маша Доценко, которая маленькая женщина, которая рассказывала о том, как она преодолевает трудности и как она пришла к успеху. Факап – это история об успехе через неудачу и большой опыт для барнаульских стартаперов и бизнесменов, которые пришли на форум. Ведь учиться лучше на чужих ошибках.
А на этом у меня все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи.